На станции «Славгород» потерпевший сообщил правоохранителям о пропаже барсетки со всеми документами и деньгами в размере 60 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий проверили информацию о пассажирах данного поезда. Под подозрение попал 34-летний житель Бийска, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных преступлений. Мужчина категорически отрицал свою причастность к краже. Однако в ходе досмотра правоохранители обнаружили спрятанные бийчанином деньги и вещи потерпевшего. Люди пили, оставили барсетку, я ее, соответственно, взял и все. Вытащил деньги. Деньги, ну, раскрыл все. Смотрю, деньги лежат. Деньги, хоп, пересчитал 60. Все положил, барсетку спрятал. Теперь за содеянное вору придется ответить в суде. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Анастасия Бертенева, «День с толком».